Мягкая мебель давно и прочно вошла в нашу жизнь. В каждой квартире обязательно есть хотя бы один представитель этого славного семейства. Но вот в каждом ли доме есть такая мягкая мебель, на которую любуются гости? Такая, которая словно создана специально для вашего интерьера. Такая, под которую хочется сделать ремонт. Мягкая мебель «Махалки», которая представлена в салоне «Дом Алина», расположенный по адресу бульвар Штефан-Чалмари, 133, предлагает несравнимо превосходное ощущение комфорта. Так как комфорт является первоочередным требованием, каждая модель проверяется на полное соответствие критериям удобства и хорошего самочувствия. Обработка единственных в своем роде кож и тканей имеет высочайшее качество и гарантирует продолжительное удовольствие. Эстетическое разнообразие линий продукции включает как вневременную классику, так и дизайнерские коллекции, элегантность которых создали «Махалки» международное реноме. Типичная для «Махалки» эстетика – это результат многолетних традиций дизайна, где создание вневременной элегантности стоит на переднем плане. Возникают все новые модели, которые несут отпечаток немецкой современности. А между тем, некоторые модели стали уже классикой, и невозможно более представить их исчезновение с рынка. Вся деятельность по разработке и производству высококачественной продукции «Махалки» осуществляется по европейскому сертификату в городе Хохштадт в Верхней Франконии, поскольку непосредственный доступ к процессу производства и контролю качества товара имеют высший приоритет. Таким образом, можно без преувеличения говорить о продукции, сделанной в Германии. Отличительная особенность мягкой мебели «Махалки» – стильный современный дизайн и уникальные дорогие кожи, значительная часть которых запатентована и даже больше нигде не встречается и никем не используется. Также в салоне «Дом Алина» можно приобрести или сделать заказ на мягкую мебель производства немецкой компании «Химола», которая уже более 50 лет действует в Баварии. «Химола» сегодня одна из наиболее крупных и современных фабрик по производству мягкой мебели в Европе со своей неповторимой программой, которая исполняет индивидуальные желания клиентов. Сочетание долгих традиций в производстве мягкой мебели, высокого профессионализма и инновационных технологий гарантирует наилучшее качество и позволяет гибко и оптимально обрабатывать каждый заказ. Готовые изделия проходят строгий контроль качества. Вся продукция соответствует самым высоким потребительским и санитарным требованиям. Эргономическая мягкая мебель «Химола» создается после обширных медицинских исследований и предлагает первоклассный и соответствующий вашему телу комфорт. По заказу клиента изготавливаются декоры и высококачественные пуховые подушки, которые согласовываются при заказе мягкой мебели. Таким образом, возникают сказочные комбинации, которые приводят новую мягкую мебель в оптимальное окружение. Компания «Химола» предлагает подходящие декоры ко всем обивочным тканям и кожам и поддерживает актуальную тенденцию к созданию индивидуального интерьера. Сотни оттенков, много ковров в переменных величинах, различных дизайнах и модных цветах не ставят творчеству никаких границ. Индивидуальные элементы в динамичное время выражают себя особенным оформлением, личной средой. Активные люди оформляют интерьер в соответствии с новыми идеями и отдыхают в уютной обстановке. Вы выбираете ваши личные предпочтения не только из многих деталей, вы определяете также вашу индивидуальную функцию комфорта. Продолжим знакомиться с элитной мебелью салона «Дом Алина». Спальни «Телемайер» отличают ремесленное мастерство и современность форм. Традиционная высококачественная обработка массивной древесины и четко структурированная система являются гарантами комфорта экстра-класса. Дизайн спален «Телемайер» вызывает восхищение, что является доказательством умения специалистов компании. Филигранная обработка деталей и гибкость системы мебели позволяют комфортно обставить комнату. Совершенство форм и точность исполнения деталей возможны только благодаря использованию ценного массива древесины. Мебель высшего качества начинается с использования материалов высшего качества. Предназначенный для обработки ясень используется только из немецкого лесного фонда. В этом климате дерево растет особенно медленно, что предопределяет его мелкослойность и прочность. Получить такой насыщенный шоколадный оттенок не так-то просто. Для этого необходима специальная морилка, чтобы придать желаемый цвет и при этом сохранить узор и структуру ясеня. Благодаря природным свойствам древесины, а также осторожной тщательной сушке и специальной технологии обработки поверхности из ясеня, изготавливается мебель наивысшего качества. Высокое качество обозначает и точность в обработке деталей и их сборке. Элементы прикроватных тумбочек, сопутствующие мебели и ножи кровати соединяются при помощи шиповых соединений.
соединений. Особенность этих соединений состоит в том, что они как бы немного отходят от поверхности, придавая мебели особое очарование. Обширная программа и продуманная система шкафов с возможностью достраивания, изменения и дополнения предложенных элементов даст вам возможность проявить себя. А вот гостиные Телемайер – это качество жизни экстра-класса. Современная классика загородных вилл, излучающая ремесленное мастерство, предлагает множество идей и функциональность при оформлении интерьера. Классический дизайн и функциональность – это современная комбинация, лишенная отпечатка времени и остающаяся всегда актуальной. Гостиные Телемайер – темпераментные композиции из дерева и стекла, цвета и формы. Кричащий огонь или шепчущая земля. Выбор за вами. Дуб цвета шоколад комбинируется с лакированным изнутри стеклом в алюминиевой раме рубинового, земельно-коричневого или кремового цвета. В таких моделях встречаются различные материалы, делая ее особо привлекательной. Интересны и многочисленные возможности комбинирования. Словно парящие в воздухе навесные и подчеркнуто горизонтальные нижние элементы в стиле итальянских интерьеров. Комбинации из полок и шкафов, создающие много полезного пространства. Или просто отдельные предметы мебели, придающие помещению нотку сдержанности. Гостиные Телемайер разработаны согласно девизу «Форма следует за функциональностью». Дизайн модели воплотил в жизнь задумку о функциональном размещении книг и аксессуаров. Различные возможности комбинирования элементов из благородных пород древесины, клена, ореха и белого лака, стеклянных рамочных дверец из черного или прозрачного стекла, множество изысканных деталей, а также изготовление на заказ для встраивания элементов позволяет осуществить все дизайнерские замыслы. От грандиозных идей до застраивания ниш в помещениях с точностью до сантиметра. Гостиные Телемайер удовлетворят любые требования по качеству при выборе материала, разработке и планированию или в технологии производства, отвечающей последнему слову техники с одной стороны и ориентированной на ручную сборку с другой. Напомню, что в салоне «Дом Алины» ежемесячно обновляется коллекция всего представленного товара и действует система скидок. We'll be right back.